Обычные люди, граждане Российской Федерации, обращаемся к вам. Мы, защищаем свою родину, свое право жить на чистом севере, свое право жить. Еще полгода назад мы бы согласились только на закрытие мусорного полигона на станции ШИС. Сейчас мы требуем прекратить проект «Экотехнопарк ШИС», дать поручение Следственному комитету Российской Федерации провести тщательную проверку по факту незаконной выдачи земельных участков под строительство мусорного полигона, заключение договоров на безвозмездной основе и незаконной вырубки леса, нарушений в сфере использования транспорта на станции ШИС, бездействие полиции в связи с невозбуждением уголовных дел в отношении сотрудников ЧОП «Гарант безопасности», полиции, Козлова и других, бездействие контролирующих инстанций. Требуем дать оценку бездействию прокуратуры всех уровней. Отдельно обращаемся к министру МВД Российской Федерации. Наведите порядок в своих структурах. Ваши подчиненные в Архангельской области забыли присягу, которую они давали, кому они служат. Если нарушают закон и борются с народом. Требуем прекратить уголовные дела в отношении экоактивистов. Со своей стороны обязуемся активно содействовать проведению следственных действий. Также обращаюсь к народу Российской Федерации, всей страны. Не верьте тому, что говорят федеральные каналы. Здесь находятся люди, которые защищают свою жизнь, свое право жить на чистом севере. Будьте с нами, приезжайте на ШИС. Руки прочь от ШИСа! Руки прочь от ШИСа! Руки прочь!